2022 год. Привет, Ютуб. Зима выдалась очень снежной. Теплица снега не выдержала. Грядки и сетки занесло по самые макушки. Но как только пригрело солнышко, высокие грядки начали оттаивать. Это всем известный эффект отраженного солнца от темных поверхностей. Форма грядки, если что, здесь ни при чем. Я откопала несколько грядок для эксперимента. Остальные для контроля оставила нетронутыми. Откопанные грядки оттаяли очень быстро. Одну из грядок накрыло ультрасилом. Не делайте так, оттаивает хуже. Толстый слой мульчи препятствует быстрому прогреву земли, поэтому весной ее лучше временно убрать. Около контрольных грядок снег тоже постепенно тает. Ну и самое главное, обратите внимание, обычные грядки еще под снегом. Скоро весна! И мы будем стараться.